那就掺豆汁。ну как-то мне не очень нравится。大家好，最近有粉丝朋友呢在评论区说，让我带安吉拉和丈母娘呢去尝一下北京的豆汁、卤煮火烧，还有焦圈什么的。我今天一遍安排，咱们走起到里边看看他们能吃惯不。丈母娘跟安吉拉还不知道豆汁是啥东西，我也没跟他们说，因为是看这个视频的人们总说这个豆汁特别恐怖，我也没有尝过。看我旁边这个北京人，你尝过豆汁没？没有，不敢尝试，太难了。啊，说不定丈母娘跟安吉拉待会儿还喜欢呢，因人而异嘛。买个糖画，这是啥样的？这是蝴蝶的，是麦芽糖，对。啊、哦，麦芽糖啊，行了，好的，我们到地方了。这边还有一家分店，这应该是总店。就在海街去。OK。Как называется кафе, что написано? 护国寺。护国寺，对。嗯哼。我们豆汁上来了，目前没闻见什么味儿。那就掺豆汁。Что-то кислое, да? Ага, кислое чуть-чуть, да. А что это? Это фасоль. Фасоль свали, да. Ага. Почему кислое? Кислое фасоль? Я не знаю, да.Попробовать. Это муга. Муга делала, да. Да. Это муга делала, вверху еще арахисовый соус. А. Ты сказал, что это фасоль? Ага, фасоль сварил. Ну, я ни разу не пробовала. Ага. Такое. Не сильно страшно, да?Ну, не страшно, но непривычно. Почему-то кислое. Кислое. А не воняет, да? Ну, запах есть какой-то непонятный. Да. Непонятный запах. Ага. Кассет, наверное, ага, да? Да. Пекинская да, национальная да, еда. Да, да, да. Ну, как-то мне не очень нравится. А что я попробовать? Ты понюхай сначала.Я лучше не буду нюхать, да. Мама уже сказала, не вкусная, сразу не буду. Если я понюхаю, не смогу есть. Кислая, как щи. Ну да, ну и запашок немножко есть такой. Но я запах не нюхала, на вкус как щи. Щи я тоже не люблю, поэтому...У нас да. есть суп из кислой капусты, называется щи. Да. Вы хабзла. 再尝尝那个好吃一点。那个是里边是面，上边是芝麻酱。Как надо помешать, наверное? Не надо помешать, просто так ведь, да. Соленое или что? Соленое? А, на вен на...Соли я больше положил. Чи-ч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 и
咱们木纳都不用塞的。啊哈。这包括是那月饼。那。那电路那吃吃的。Это соус, да. Это не страшно. Не страшно, но как-то не... каша, не каша. Да. И что, нам надо вот это съесть все там? Не надо. Попробуй вообще не все. А я думала, ты хочешь накормить нас. Не, попробуй вообще не все. А мы сейчас чаем его, этот доу-джи. Мы сейчас уже начали немного... А? А, ёу, намо чоу? А? Я думаю, что это больше, чем у нас соль. Да. Это как-то что-то сломалось. Это для тебя хорошо, правда? Нет. Если для тебя хорошо, то для чего? Для вейка. 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 Для вейка.
他胡萝卜吧，亲爱的，他在多少 pose 呢？啊，花的十多钱。那等于说为不值钱？加十。我哥哥。啊哈。你。No。对，不值。No。No。这是个啥？这是啥东西？骨猪皮应该是。牛皮，牛皮。能吃吗？能吃呀，能吃呀，裹的就是吃的。那，它的格贵斯拉克，这个叫驴打滚，是那个动物的驴。没听懂。动物驴，动物那个驴。呀，阿西奥那巴鲁贝杰巴贝努斯，这叫驴打滚。驴打滚啊！驴，这能叫阿西奥。А я думаю, что он говорит зеленый. Понимаю, почему это зеленое, а он на это зеленое. Просто это из галоха делают. Как мороженое. Думаю, по тену все как. По тену все как. Мы такое готовим гороховое пюре.Без сахара. Только не сладкое, да. Не сладкое, да. С солью. Ага. Это не сладкое. Так硬了, что ли? Семечки. Мы不知道为什么妈说不行. Тогда я до конца знаю, не сладкое, наверное. Ну, чтобы这个也不是很甜. А, 这个好像粽子。我一直想买粽子，是不是过期 ？Even 一个2.5，我觉得太贵。一个粽子2.5太贵啊！一直就没买。我不知道这个东西有多少钱，我觉得1块钱就行了。不是，我问了已经3回，舍不得买。妈呀！我下回我给你买一个，买五个。买五个就便宜点。我再给尝一口豆汁儿。现在好像稍微好一点了，反正越喝越有点那个刷过水的味道。